И вот я закончил, да, это я начал, потому что я не хотел быть актером, я хотел быть режиссером. С 59-го года, как попал к Андрону, как увидел, как он работает, потрясающе работает с актерами, как он со мной работал, сколько любви, сколько уважения. Он уже объяснял, я даже помню первые его актерские задачи. Вот у меня был крупный план, он остался в фильме. Я, мальчик, мне тогда 13 лет было, жду героя, ну, то есть одного из персонажей, жду вечер, сумерки уже, я жду на улице, у дома его. И Андрон мне говорит, ну, ты не просто так, ты сидишь, ждешь. А ты знаешь что, ты вот послушай сейчас шум улицы. Вот там трамвай проехал, там, значит, собака залаяла, чьи-то голоса. То есть он мне уже преподавал первые уроки актерского творчества. Итак,